Панянка-селянка знову на ваших екранах. Сьогодні у програмі зустрінуться два абсолютно протилежні світи і дві кардинально різні героїні. Я навіть не знаю, що купити на $3. $2000. Охренеть! Ця красуня-панянка живе в найрозкішнішому місті світу – Дубай. Вона ні в чому собі не відмовляє, і в житті у неї все як по маслу. Кожен місяць я трачу до $30000. А це проста селянка, яка мешкає в маленькому селищі, економить кожну копійчину і мріє про краще життя. Речі я покупаю виключно по необхідності, ну не знаю, ну може раз в квартал. На 3 дні вони обміняються всім. Ух ти, що, я хочу здесь жити. Їх чекають складні завдання. Ні, я не буду це робити. Ти будеш? Ой, мамочки, мені ж прямо ж голова закружилась. Ага. Приємні сюрпризи. І ступай в моїх ног. І неймовірно сильні емоції. Велком? Ага. Це найдивовижніший проект «Панянка-селянка». Дивимось. Велком до Дубай. Ультрасучасний і розкішний Дубай. Ще 50 років тому він був маленьким портовим містечком на Близькому Сході. Зараз же це найдорожче місто у світі. Кожен сотий мешканець Дубаю – мільйонер. І наша панянка якраз одна із них. Меня зовут Татьяна Вишневская, мне 30 лет. Я телерадиоведущая, соредактор модного журнала и владелица медиа-агентства. Я замужем, муж у меня бизнесмен, но так как он человек не публичный, перед камерой он появляться не решился. Мы живем на 24 этаже, отсюда открывается потрясающий вид. В квартире у нас 5 комнат, с нами постоянно живет домработница. Вот это наша гостиная. Дизайном мы вообще не занимались, купили сразу готовый вариант. Буквально через полгода, как я переехала в Дубай, я сразу приняла ислам. Это был мой личный осознанный выбор. Я шопинг делаю 4 раза в год, трачу до $70000 за раз. Я очень люблю Гуччи. Обычно я шью сразу 2 варианта. Это, скажем так, арабский вариант, более такой удлиненный. И есть европейский вариант, который чуть-чуть ниже колен. И вот здесь могут быть открыты руки. И как красавица не может жить без дорогого бургузинского соболя? Она стоит где-то $50000. Каждый месяц я зарабатываю от 40 до $50000. В год где-то на салоны красоты я трачу до $30000. Потому что всегда, если ты появляешься, ты должна выглядеть королевой. Вообще, я очень люблю часы и люблю, чтобы на часах обязательно были драгоценные камни. Естественно, это Rolex. В нашей семье вообще очень любят автомобили. У нас 12 разных машин. Сейчас я езжу на достаточно мужском автомобиле. Это Mercedes G63 AMG. Стоимость данного автомобиля $200000. Почему я решила принять участие в проекте? Да потому что это, наверное, очень интересно. Ребята, я лечу в деревню. Бабушки? Единственная сложность, с которой может столкнуться Татьяна, это отсутствие каких-то бытовых условий. С помощью этого проекта, я думаю, я справлюсь с некоторыми своими внутренними моментами и даже, можно сказать, комплексами. Псковська область, батьківщина княгині Ольги і нашої другої героїні – селянки Алли. Меня зовут Нагаева Алла, мне 32 года. Я живу в поселке городского типа Дно, Псковской области. Я здесь родилась, училась, женилась, развелась. Вот это мой дом. Это наши дрова для бани. Здесь мы моемся, паримся и даже стираемся иногда. Так, это моя комната. Вот эту штучку я сделала сама. Вот, неведомые цветы. Хотела сделать лилии, но не получились. Живу с родителями. У нас корова, у нас теленок, у нас куры. Вообще гардероб у меня небольшой, потому что сейчас я очень сильно располнела. Брюки, несколько штук. Так, кофточку мне, кстати, тетка подарила. Так, за границей я вообще не была ни разу. Но очень хотелось бы, конечно. Ну, чего ты заплакала? Да так просто. Ты не плачь. От радости, что ты уезжаешь. Все, давай, пока.
Пока счастливого пути. Это же супер, посмотреть вообще, как живут люди. Марафон емоцій розпочато. І зараз Алла дізнається, в якому куточку світу житиме наступні три дні. Привет, Аллочка. Твое незабываемое путешествие начинается прямо сейчас. Следующие три дня ты проведешь в самом красивом и богатом городе мира, невероятном Дубае. Класс! Если мыслить вот так вот глобально, я бы хотела съездить, наверное, в Эмираты. Я в эту страну просто влюбилась. До сьогодні між Алою і сонячним Дубаєм були понад 6 тисяч кілометрів і відсутність можливості здійснити мрію. Але якщо вірити в чудеса, то вони обов'язково трапляються. Поки Алла мчить до своєї мрії, панянка Таня вже прилетіла до Пскова. Танечка, приветствую тебя в Пскове. Следующие три дня ты будешь жить в поселке Дно на улице Партизанской, 28. Быстрее находи маршрутку, которая довезет тебя до места. Твой бюджет на сегодня – это $3. Я даже не знаю, что купить на $3. Панночка швидко зорієнтувалася і знайшла маршрутку, яка і відвезе її в селище з багатообіцяючою назвою «Дно». Кмітлива ти, Таня? Мені дуже... радовал даже за стеклом свежий воздух. Ну и вот моя конечная остановка с говорящим названием «Дно». Господи, просто no comment. Слушайте, удивительно, вон девушка тоже на каблуках идет. Девушка, как вы в туфельках ходите, ножки не болят? А вот у нас городских болят. Девушка собранная, сапожки есть. Вы мне подскажите, а где улица Партизанская? Параллельно, вот так пройдете, та улица. Да, спасибо большое. Большинство людей были очень приятными, помогающими. Я ожидала хуже, а тут цветочки, солнце. Люди же очень симпатично. Поки Таня насолоджується чистим сільським повітрям і прекрасними краєвидами, Алла долетіла до міста мрії. В аеропорту її зустрічають подруги панянки. Привіт! Привіт! Мене звати Алла. Дуже приємно, Аллочка. Мене звати Діана. Welcome to Dubai. Дівчаток, тут дуже багато драгоцінностей. У нас би це сказали, що це просто вульгарно. В автомобиле с кожаным салоном я ездила вообще первый раз. Но скользко. Как тебе первые впечатления о Дубае? Вышла из аэропорта, это вот, я не знаю, как в кисельку какой-то. Жарко. Ты очень искренний, прекрасный человечек. Она мне показалась такой своей, добродушной. Таня, она родилась в Дубае? Танюша родилась в России, так же, как и все мы. И просто потом, со временем, она переехала сюда. Татьяна у нас телеведущая и хозяйка своего бизнеса. Очень обрадовала то, что она именно сама всего добилась, она не содержанка. Слушай, вот... У вас такой знак интересный. Количество цифр на номере машины может варьироваться от 5 цифр до 1. Номера могут стоить до $1 000 000. Зачем платить такие деньги за какой-то кусок пластика там, или металла с циферкой, если можно купить дом? Номер 1 в Дубае – это шейх. 2, 4, 3 – это все его сыновья, приближенные. Семья. Бедных тут нет в Дубае, насколько я поняла. Бедные здесь только приезжие. Конечно, хотелось бы познакомиться здесь с кем-нибудь, с каким-нибудь местным жителем. Далее в программе. Что налякало панночку в ее новом будинку? Я туда не пойду. Як селянка свои апартаменты оценила? Ух ты, нифига себе хором. Від якого завдання дубайська красуня відмовилася? Ой, мамочки, мені ж прямо голова закружилась самой. І як Аллу в Дубаї розважали. Welcome, one more, да? Найцікавіше попереду.
А в селищі Дно розкішна Таня готова до огляду не такого розкішного подвір'я. Що ж, не вступіть би. Тельончик. Привіт, іди сюди. У вас мокрий, холодний. Ти такий хороший. Іди сюди. Ты мой новый друг. Животных я очень люблю. И, в принципе, они чувствуют, когда к ним подходишь с теплом. И даже когда подошла к теленку, он мне так интересно положил голову. Интересно, что же меня там ждет? Ого. Не влезай, убьет. Ох, боже мой, мне уже дальше не хочется вообще идти. Я даже не знала, в какой угол смотреть, потому что было множество всевозможных баночек, где-то висели какие-то вещи. Ну, конечно, выдохнем. Видихнула? Тоді ласкаво просимо будинок оглядати. Здесь есть кто-нибудь? Я туда не пойду. Самое страшное место, которое я могла себе вообразить, это был деревенский туалет. Ну, Таню, вибачайте, це вам не розкішна вілла в Дубаї. Швидше заходь у будинок, там тебе вже чекає твоя нова сім'я. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Татьяна зовут, я заместо Аллы буду вам дочкой на 3 дня. Я тетя Таня, это Семен Семенович. Я думала, что приедет какая-нибудь такая распальцованная. А мне так спокойно, хорошо, я сразу успокоилась. Танечка, откуда же ты приехала? Из Дубая, там, где сейчас Аллочка находится. Я рада, что мечта дочки сбылась. Мне так интересно узнать про Аллу, какая она. Нормальная девчонка. Вот смотрите, какие она вещи еще делает. Да у нее, по ходу дела, руки золотые. Если честно, я была очень приятно удивлена. В каждой ее поделке находится частичка ее. Какая красота, ничего себе. И тут денежное дерево. Дай бог, чтобы новая жизнь была. Красота. Мне очень приятно, что именно такой человек, творческий, теплый, добрый, приехал ко мне домой. А в Дубай Алла відчиняє двері своїх апартаментів і не може стримати емоцій. Ух ты, нифига себе хорома. Обалдеть. Ну вот эта комната, это, наверное, 2 моих дома. Нифига себе мониторище. Телевизор бы я бы такой хотела бы. Ух ты, все, я хочу здесь жить. Блин, я ни разу на море не была. Я вообще никогда не видела вживую. Я бы от этого окна, наверное, я бы там рядом постелила бы себе матрасик с подушечкой и там бы спала. Ух ты, холодильник еще и с ключом. Ключ в двери, ну, навевал на то, что там что-то такое вот богатое, вкусное. А там оказалось только вода. Тут столько шкафчиков, я хочу столько шкафчиков, я хочу такую плиту. Я хочу такой вид из окна. Посуду побросала в окно и пошел на море. Квартира очень огромная. Дойти из комнаты в кухню. Можно с голода умереть. Ай, какая она мягенькая. Зачем в Дубае шуба? Шубу надо мне в Дно, а не в Дубае носить. Классные цвета, классные вообще, обалдеть. Ну, это правильно, на такой все легенькое. Гардероб красивый, но все в основном платье, а я платье не люблю. А что ты скажешь про коллекцию прикрас? Ух ты, ты такой апрель. Блин, жалко, что он мне маленький. И она только на полмизинца налазит. За эту бы коробочку я бы полжизни продала. Так классно, что я буду вот здесь 3 дня целых жить. Не просто жити, Аллочко, а жити на широку ногу. Але навіть у дуже багатих людей є обов'язки. І нашій селянці час читати свої перші завдання. Ассаляму алейкум, Аллочка. Собирайся, мої друзі вже чекають тебе. Твій бюджет на сьогодні $2000. Охренеть! Поки Алла готується до свого першого розкішного вечора, у селищі Дно Таня, як і обіцяла, йде допомагати новим батькам. Скажите, ну что меня сегодня ждет? Ну вот холодец можно сварить. То мамочки. Вот голова. Ох.
Татьяна Михайловна, мы мусульмане. Первое задание меня шокировало сразу. Ой, мамочки, у меня же прямо голова закружилась самой. Мне просто муж сказал, говорит, если я свинью потрогаю, год не подойдет. Ну, тогда не будем мы варить холодец. В деревне много работы, палас постирать. Ну, почистить ковер, я даже не представляла, как. Вот, Татьяна, ковер. А стирать-то как его? Водичку поливаешь, порошок посыпал и щеточкой, и щеточкой. Ковры чистить – это не царское дело. У нас есть служба химчистки, которая приходит, это делает. Конечно, это для меня... Ну, ладно, поехали. Большой ковер, да? О, привет. Здрасте. Меня Марина зовут. Я видела простого человека, доброго. А я Татьяна, я вместо Аллы вот по хозяйству помогаю. Так вы это неправильно его чистите. Марина, а может, поможете мне, скажете? Я не знаю, как это с делать. С удовольствием помогу. Да, с удовольствием. Ну, правильно будет, если мы его положим на землю. Марина понравилась мне сразу. Она достаточно отзывчивая, добрая. Ты будешь поливать? Да, давайте я буду поливать. Буду это самое... пенить. Сразу чиститься у меня вообще ничего не получалось. Полчаса я мучилась. Я думала, что, наверное, боженька послал мне подругу Аллы. А чем ты занимаешься? Я телеведущая. Интервью я люблю брать у знаменитых особ, у королевских особ. Это было вообще круто с ней чистить ковер, потому что, когда я узнала, кем она работает, с какими звездами, это было вообще круто, классно. Теперь мы его наполоскали. Теперь пускай сохнет. Ну, отлично. Она много филонила, но ей, простите, она барышня, она никогда этого не делала. Без Марины я бы этот ковер не почистила. А в Дубаї настав час розкішного відпочинку. Счастлива Алла поспішає на зустріч з подругами Тані. Привет, Аллочка. Привет. Мы тебя уже заждались. Мы решили устроить тебе сюрприз. И с друзьями Танюши покатать тебя по Дубаю, показать его со стороны моря. Надеемся, тебе понравится. Welcome. Да, да. Она. На яхте? Да, конечно. Я никогда не думала, что мне удастся когда-нибудь в жизни прокатиться на яхте. Welcome to Dubai. Welcome to Dubai. Это было так приятно, это было так неожиданно. А что это такое? Это Dragon Fruit. Попробуй, очень вкусно. Вкусно. Вот он внешне выглядит, как свекла с маком, но на вкус такой же. Это вот манго. Но манго, я надеюсь, ты пробовала? Нет, тоже не пробовала. Тоже не пробовала? Тоже не пробовала. Ты много потеряла. Вкусно? Не, реально, я его весь сожру. Нравится? Вдосталь насолодившись екзотичними фруктами, дівчата вирішили усамітнитися і щиро поговорити. Ти замужем? Був гражданський муж, потім ми розійшлись, але ми якби зустрічаємося. А дітишок нет теж, да, совместных? Хочеш, плануєш? Ну, не знаю, що-то мені кажеться, я вже какая-то большая для дітишок. Може, чоловік не тот? Ну, чоловік-то явно не тот. А, ну вот с этого и надо начинать. А вы долго вместе уже? 4 года мы с ним жили. И не притерлись, да? Уже встречаемся. Просто-напросто я сломала ногу и попала вот в больницу, как бы, а из больницы поехала к маме. А он тебя поддержал вот в этот момент? Не особо. Конечно, безумно жалко. Конечно, хочется помочь. Мужчина, прежде всего, должен быть опорой. Он не опора, да? Нет. Когда вместе жили, он считал, что я должна все делать как бы дома там, при этом я еще должна работать и приносить деньги. Там сразу все было понятно, что человек пользуется ей. Очень хочется, чтобы у тебя все получилось. Начни новую жизнь. Не нужен тебе такой мужчина, ты достойна больше. Думаю, что после беседы с ними мне будет легче разобраться со своей личной жизнью и сделать соответствующие выводы, которые приведут меня, наверное, к взлету, а не к падению. Ось так закінчився перший день обміну. Стомлені і перенасичені новими емоціями дівчата засинають. На добраніч. Другий день експерименту починається в селі Дно. Таня вже прокинулася і знайомиться із завданнями на сьогодні. Доброе утро, Танюша. Сегодня тебя ждет много работы и новые знакомства. Успехов, Алла. Ну что ж, интересно, пойдем посмотрим. Таня набирається духу перед важким робочим днем. А розкішний Дубай теж прокидається.
А разом с ним и наша селяночка Алла. Утром ты отправишься на мою работу. У тебя будет очень важное интервью. Затем немножко займешься спортом. Спорт – это не есть гуд. На сегодня оставляю тебе $5000. Ого, $5000 на один день? Блин, машина! В этом конверте ты также найдешь вопросы для интервью. Подготовься к нему основательно. Так, и вопросы на английском. Чтобы уж совсем не опозориться, я решила посмотреть в интернете, как переводятся слова, как они читаются. Надим, how did you be... Бекон какой-то. Become. Become. How... Мух. How мух. Much. Much. На футбол, что ли, пойдем? Ну что, вроде более-менее разобралась. Так, ладно, пойду. Озброївшись основами англійської мови, Алла поспішає на інтерв'ю з відомим дубайським бізнесменом Надімом. Доброго дня, мене звати Алла. Я робити робота Тані. Привіт, я Надім. Я побачила такого імпозантного, інтересного мужчину. Стало реально страшно. Вовка боятися в ліс не ходити, тому заспокойся, Аллочко. Надім, how did you become... Надім, як ви стали керівником такого великого агентства? Ви можете повторити? Що є найважчим у вашій роботі? Я думаю, це інше питання. Можете повторити ще раз? Очень хотелось во время интервью, после, когда особенно он переспрашивал, встать просто и уйти. Ну, сложно мне было. Звідки ви родом? Я не можу зрозуміти нічого з того, що ви говорите. Я вообще не поняла, що він від мене хоче. Ну, решила читати далі. Які ваші захоплення? Спорт, подорожі, а у вас? Было очень сложно отвечать, потому что я не знала, как это произнести. Handmade. Handmade. And... I... Решила все-таки хотя бы нарисовать, может, поймет. Drawing? Малюете? Ні. Фото. Я думаю, вона не зрозуміла нічого з того, що я говорив. Ви задоволені інтерв'ю? Так, я задоволена. Ви вважаєте, що зробили все добре? Так. Yes. Okay. Окей, достатньо. Це інтерв'ю все-таки підтолкнуло мене до того, що англійський треба вивчити. В майбутньому, якщо я буду давати інтерв'ю, то, будь ласка, не цій леді. А в селищі Дно Таня поспішає на зустріч з місцевими активістками, які приготували для неї особливе завдання. Добрый день, девочки. Здравствуйте. Меня Татьяна зовут. Алена. Татьяна тоже. Губы, да, вот лицо. Я таких людей только по телевизору видела, честно. Мы молодежная группа. Принимаем активное участие в развитии нашего города. Вы были частью нашей команды, мы выдаем вам футболку. Общественная работа я до безумства люблю. Я люблю все, что связано с помощью людям. Итак, наше задание на сегодня – это расчистить вот эту территорию от репейника. Я подумала, как могут здесь играть дети. Я подумала, что я должна просто обязательно внести свой вклад. Ну, косить умеете? Нет. Ну, я сейчас покажу, как это делать. Ага, хорошо. Вот так вот. И под корень, но не задевая землю. Ну, давайте я тогда тоже попробую. Честно говоря, я думала, ну, как белоручка. Но нет, взялась спокойно за косу. Девочки, у меня, по-моему, получается, но репейник застревает. А вы поняли, попробуйте немного, под корень прям. А вот это тяжело. Ну, уже лучше. Ну, траву я поняла как, а вот репейник почему-то... Надо вот посильнее. Это... Тут бы вообще, конечно, мальчишек позвать. Я думаю, справимся. Втроем все сможем. Ну, хорошо, девочки. Да вы как будто полжизни косили, так и не скажешь. Косить было сложно. Вот я даже сейчас на стуле сидеть не могу. Я стоять не могу, я лежать не могу. Надо осталось нам покрасить. Смотрите, там есть, есть такая... Есть как бы название нашего города. ДНО, получается. Ну, идея хорошая. Можно разным цветом покрасить, будет как табличка типа. Идея хорошая. Ну, давайте тогда за работу. Давайте. На самом деле, мне было очень приятно, что я внесу свой вклад в развитие этого поселка. А как вот вы добились успеха?
Надо быть такой очень организованной. Надо рано вставать, чтобы день не был вязкий. Надо не бояться браться за любую работу. Надо постоянно совершенствоваться. Она дала для меня очень важные советы, которые мне, я надеюсь, пригодятся в жизни. Ну что, девочки, я работаю довольна. Очень даже симпатично вышла. Вот видно, как вы сказали, дно. Да? За проделанную работу была. Прекрасно. У Дубаї спортивна година. Алла вирушає на чи не перше у своєму житті тренування. Здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Джаха. Ну что, пройдем, начнем тренироваться? Пройдем. У нас со спортом взаимная неприязнь. Мы друг друга не трогаем. Мы начнем с беговой дорожки. Бегать? Идем пешочком. Можете держаться вот за эти пояточки. Поехали. Аккуратнее, аккуратнее, не переживайте. Вы ходите быстрее, вы ходите 5 километров в час, я поставил всего 4. Тренер мне очень понравился, весь такой накачанный, красивый. Поехали вниз. Раз, еще два. Спина прямая. Вот, пошло дело. Пошли, 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 поехали, поехали, поехали. Еще, 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 еще. Все-таки вес у меня не маленький, а ручки слабенькие. Поднимать мне себя очень тяжко. Ну как? Ужас. Молодец, пошли. Это садист. Сдаться она готова была уже с первого упражнения. Не сдавайся, еще три, еще два, не сдавайся, еще, еще, ты сможешь, ты сможешь. Ой, а. Все, я больше это делать не буду. Да не могу и все, ну не могу я. Так, отжимания сейчас у нас. Отжиматься я не буду. Будешь с колен. Даже минутку не передохнуть. Ты не лежи, дома лежать будешь. Поехали, еще два. Вставай, вставай. Алла. Далі ви побачите космічні суми. Ёлки-палки, блин, ты полквартиры у нас. Пристрасті на сільському ринку. Ну, смотрите, а мне тогда куда будет идти? Домой, да? І здійснення мрії. «Панянка-селянка» – не пропустіть найцікавіше. Просто берешь весь свой стресс и выводишь. Если есть человек, который ты хочешь представить, от которого ты делаешь смешит весь, вот лицо вот здесь этого человека. Сейчас поехали. Дышим, выше. Представляла там лицо тренера уже. Реально. Да, не, пошла. я не буду это делать. Ты все, будешь меня, это делать? У меня руки болят. Для первого раза мне вот так вот хватит. Все. Я больше в спортзал еще не ногой. Она бы не ушла раз, если бы она сильнее была, а едва она бы выглядела по-другому. А в селі Таня повуха в роботі. Заморська краля буде доїти корову. А як зовут коровку? Зоря. Зоря. Зоря, на. На, хороше. На. Вкусно как. Настолько близко корову я никогда не видела. Она была такая красивая, как с картинки. И очень большая. А ей не больно? Да, конечно, нет. Семен Семенович, ну давайте попробуем. Корову трогать мне было не страшно. Хорошая. Теперь что делать? Да и. Ой, идет. 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 Слушайте, у меня получается. Молоко идет. Слушайте, надо, первый раз я корову даю, представляете? Первый раз я корову даю. А много у нее молока? Откуда я еще знаю? Немного. Ух ты, ё-моё. Опа, ё-моё. Театр. Когда я доил корову, мне было не страшно, что она хвостом меня ударит, повернется, меня укусит. Самое главное мне, просто, да, чтобы животное... Корова спокойная. Да, чтобы животное не пугалось. Семен Семенович, наверное, сердце кровью обливается, как я даю ее, да? Для первого раза, если потренироваться, хочется нормально получилось бы. А в Дубаї безтурботна Алла насолоджується прогулянкою містом. Привет. Привет. Меня зовут Юля. И сегодня я приготовила для тебя сюрприз. Она такая сдержанная, элегантная, но настоящая леди. Мы сейчас в зале премиум лаунж. Самой высокой башни в мире Бурдж Халифа. Да.
Я была вообще в восторге. Я об этой башне читала и, мечтала на ней побывать. Бурдж-Халіфа – найвища будівля у світі. Висота цього хмарочоса – 828 метрів. У ньому 163 поверхи. Ліфти розвивають швидкість 600 метрів на хвилину. Такое ощущение было, что ты сейчас попадешь в какую-то волшебную сказку. Обалдеть! И ступай в моих ног! Ощущение непередаваемое. Как будто ты властелин мира. Сенсорное управление. Ты проводишь рукой. И останавливаясь возле каких-то мест, тебе показывают, что это за место. Попробуй сюда. Я не думала, что можно управлять, даже не касаясь экрана. Это чудо. А это что это? Такая атмосфера необычная, как будто ты находишься где-то не в этом мире. Ось так чарівно закінчився другий день експерименту. Героїні солодко засинають у своїх тимчасових ліжечках і з нетерпінням чекають наступного дня. Ось і настав останній день реаліті-експерименту. Тетяна вже прокинулася і їй не терпиться ознайомитися зі своїм розпорядком на сьогодні. Танюша, привіт! Зараз ти відправишся на ринок. И немного пополнишь наш семейный бюджет. А вечером тебя ждет теплый и приятный отдых в компании моих друзей. Твой бюджет на сегодня – честно заработанные деньги. Таня уже готова работать. Что и за сколько продавать дубайские леди, пояснит тато селянки. Доброе утро, Семен Семенович. Доброе утро. Пойдешь на рынок продавать будешь. Угу. Молоко, творог, сметану. Почем? Сметана 70 рублей, молоко 120. А творог 190 за килограмм. 90 килограмм. 190 за килограмм. 190. Да. Я не был уверен, что она продаст все. Так, вот я и на рынке. Добрый день. Скажите, а где здесь молочко нужно продать? Вот молочный отель. Ага, все хорошо. Торговля на деревенском рынке, конечно, это опыт для меня новый. Да, здравствуйте. Я смотрю, у нас новые лица. Да. Документы. Знаете, а у меня нет документов, я тут в гостях. Прекрасно. Собираем все в пакетик. Я поняла, что вот тут-то жареным и пахнет. Для того, чтобы торговать продукцией на рынке, нужно иметь соответствующие документы. Так. Ну, смотрите, а мне тогда куда вот домой? Идти? Домой, да? Ах, неужели я задание тогда не выполню? Ну хорошо, спасибо, что предупредили. Домой как-то и без денег стыдно возвращаться. Ну честно. Далі ви побачите, чим закінчилися ринкові баталії. Мне надо молоко продать. Не уходите, пожалуйста. Як із селянки панночку робили. Я бы, наверное, мимо себя на улице прошла, но реально я б себя не узнала. І незабутні вечори в нових життях. Я желаю вашему дому мира, любви и процветания. Панянка-селянка. Мрії здійснюються. Наверное, самое лучшее зрелище, которое я когда-либо видел. А Алла лишень розплющила очі і готова читати завдання. Привет, Аллочка. Надеюсь, ты хорошенько выспалась, поскольку сегодня у тебя очень насыщенная программа. Тебя ждет перевоплощение в одном из лучших салонов Дубая. Твой бюджет на сегодня составляет 10 тысяч долларов. Ёлки-палки, блин, ты полквартиры у нас. И это все мне, все мне, все мне. Так, Люба, це все тобі. Але перш ніж почнеться твоє перевтілення, ти маєш упоратися з одним екстремальним завданням. Привіт, Алла. Привіт. Як діла твої? Отлично. Сьогодні ми будемо кататися з тобою на вейксерфі. Максимум, на чому я каталася, це лижі.
Вейсерфінг – це різновид катання за катером. І що важливо, для заняття цим видом спорту підійде будь-яка водойма. Потрібні лише катер та дошка. Ну а покататися на вейсерфі у Перській затоці – це взагалі мрія. Страшно вообще не было, было очень жутко интересно. Вообще я думала, что я легко справлюсь. Я в море ни разу не плавала, в море плавать не так, как в пресной воде. Намного сложнее. Вот, правильно, сейчас позиция, правильно, давай. Давай, мать, встань! Реально страшно, когда вот эта вот доска поднимается. Поднимайся! Такое ощущение, что сейчас она вместе с твоими ногами и тебе по голове. Ты должна встать сегодня, что бы ни случилось. Мне очень хотелось разочаровать Азима, потому что он... Я в тебя верю, я в тебя верю. Алла, ты молодец, реально. Тебе не хватает чуть-чуть? Еще раз давай. Ну, он-то в меня уже и верил, а я-то не. Я когда ей показывал, как нужно кататься, она увидела красивую картинку и захотела так же. И подумала, сейчас вот я эту картинку, сейчас я ее заполучу. Но когда она поняла, что нужно приложить достаточно серьезные усилия, чтобы так же получилось, она как бы опустила руки. Надим, реально. Сможешь разочек? Разочек хотя бы, а? Нет. Ну ладно, давай. Молодец, на самом деле, ты отличная. Алла, на самом деле, очень старалась. Но, на мой взгляд, она могла бы приложить гораздо больше усилий для того, чтобы все-таки у нее это получилось. Еще раз я бы с удовольствием попробовала бы. И, наверное, уже теперь бы я точно бы встала. А в селищі Дно розкішна Таня вирішила продавати молочну продукцію просто посеред вулиці. Що, пойдем? Ребят, подождите, подождите. Мне надо молоко продать. Не уходите, пожалуйста. Ребят, у меня задание провалится. Я думала, что за красивыми женщинами бегают, а в деревне, оказывается, от красивых женщин убегают. Я тогда стала искать людей, которые мне бы пошли навстречу. А вот смотрите, значит, я вчера надоила корову. У меня 3 литра молока. И у сметана. Меня. Да, пол литра. Деревенская хорошая сметана. Так, может быть, вы у меня тогда купите все? Я возьму только творожок. Да, творожок 1200 грамм. Да, спасибо. Вот у меня 200 рублей. Я продала, продала, продала. Вот у меня осталось. Очень... Спасибо вам большое. А у меня творог вот. Вообще, это заработок тяжелый. Мне пришлось и ходить, и кого-то уговаривать. Здравствуйте, скажите. Здравствуйте. Вот у меня есть молоко и сметана. А свежее все? Да, ну все свежее. Я вчера корову подоила. А? Раз домашнее, свежее. Если что, я, может быть, в следующий возьмете? Раз еще у вас возьму. Ой, спасибо если большое. Понравится. Спасибо большое. Помимо того, что я заработала деньги, продала всю продукцию, да, так я еще 10 рублей получила на чай. Ура, ура, ура! Молодець, Таню! І вовки ситі, і вівці цілі. Не пропадеш ти в селі, панно. А в Дубаї час перевтілення. Нашу Аллу вже чекають в одному з найрозкішніших салонів міста. 3 години чаклували над Аллою. Стильна зачіска, яскравий макіяж і вуаля! Перед нами вже не проста сільська дівчина, а справжня дубайська красуня. Вау! Вот это да! Это не я! Я бы, наверное, мимо себя на улице прошла, но реально я б себя не узнала. Неймовірно красива і шалено щаслива Алла поспішає на свій останній вечір в казковому Дубаї. Ты выглядишь супер, просто тебя не узнать. Спасибо. Я не ожидала, что Алла может так выглядеть. Алла, я состою в клубе Камара «Арабские Эмираты». И хочу тебя пригласить на наш слет прокатиться на моей машине. Блин, спортивная машина, и я в нее сяду. Все, кто об этом узнает, мне обзавидуются. Привіт, це моя подруга Алла. Приємно познайомитися. Я себе відчувала настоящей багачкой з Еміратів. Я взагалі думала, що таке тільки в кіно буває. Зараз ми поїдемо всією колоною. Я б дуже хотіла собі спорткар. Алла розсікає на суперкарі.
в її рідному селищі теж час відпочинку. Добрый день. Ой, здравствуйте. Знакомься, это Таня, подруга. Очень приятно, я тоже Татьяна. Ну, девочки, вы проходите там, располагайтесь, а я сейчас накрою на стол. На самом деле я приехала как к себе домой. Девчонки, вы не засиделись? К столу пойдемте? Ой, как вкусно пахнет. Мне было очень приятно, что меня ждали. А ко мне отнеслись как к родной. Так приятно сидеть за вашим столом. Большое спасибо хозяйке и хозяину за теплый прием. Я хочу поднять первый тост за знакомство. Нам тоже приятно познакомиться с вами. Таня, ну, она очень приятная девушка. С ней очень легко общаться. Татьяна, ну, как вам у нас? За 3 дня я поняла, насколько тяжело работать. А как тебе наша природа? Да, может быть, физически, конечно, мне было здесь тяжело, потому что многое, что я делала первый раз, но свежим воздухом я надышалась. В Дубае душно, жарко, нехватка у нас жуткая кислорода. Ну, всегда интересно пообщаться с новым человеком. Здесь у нас маленько скучновато, поэтому немножко разбавила. На самом деле, мне очень приятно, что вы меня так тепло приняли. И такой прекрасный стол, и потрясающие хозяева. Я желаю вашему дому мира, любви и процветания. Поки Таня насолоджується смачною кухнею і спілкуванням з новими друзями, заглянемо в казковий Дубай. Там для Алли є ще один сюрприз – шоу фонтанів. Когда начали танцевать фонтаны. Это было просто вау. Я никогда не думала, что вода может так танцевать. Это, наверное, самое лучшее зрелище, которое я когда-либо видела. Очень трогательно. Я чуть не расплакалась. У меня слов нет, у меня только эмоции. Ты показала мне Танину жизнь вообще во всей красе. Я надеюсь, для тебя это будет шаг к чему-то новому. И, может быть, ты захочешь изменить как-то свою жизнь? Да, чтобы иметь возможность еще приехать сюда. Благодаря этому проекту я поняла, что надо что-то менять. И не только в своей жизни, но в первую очередь в себе. Я вернусь уже не прежним человеком, а немножко другим. Триденний експеримент завершено. Дівчатам час повертатися у свої звичні життя. Що дав їм цей обмін? Та які висновки вони зробили після того, як прожили у чужому світі? Дивимось. Привіт. Привіт. Ну, як у тебе діла? Отлично. Коли я тільки бачила Таню, я подумала, боже, яка красавиця. Ну, як тобі моя життя? Обалденно. Алла мені понравилась одразу. І мої очікування, вони оправдались. Мене зустріли дуже добре. Я, чесно, не чекала. Я дуже боялась зустрічі з друзями. Мені казалось, що от богатые, знаменитые как-то, ну, может, будут относиться как к человеку низшего сорта. Богатый человек, он должен быть богатым во всех отношениях. Богатых хамов в нашем окружении нет. А что больше всего вообще понравилось? Экстрим. А сложности какие-то были? Тяжело спортом заниматься. Еще мне было сложно, я не знаю английского. Брать интервью на английском, не знаю его, это очень сложно. Ну, а как тебе? Родители встретили очень хорошо. А ты вот для себя, пребывая там, сделала вот какие-то выводы? Сделаю. Там было столько дел, которых просто не переделаешь. Они нескончаемые. Всю жизнь я знала, что тяжелый физический труд – это не мой. Я человек творческий. На самом деле в деревне очень многие дела совершенно не женские, которые приходится выполнять все-таки женщинам. Я бы посоветовала сфокусироваться на том, чтобы оттуда выехать, чтобы была возможность помогать родителям и чтобы найти хорошую работу. Обязательно. Надо стремиться вот к этому, потому что как-то раньше это было все абстрактно, а сейчас я вижу, что это реально. И не просто жить, там, существовать, а жить полноценной жизнью. Пусть этот опыт будет первым шагом к тысячному пути к победе. Хочу, чтобы ее натуре, что когда она вернется домой, она будет выжимать все, чтобы вернуться обратно.